Не туда попал, наверное. Наверное. Да. А кого еще? А скажите, Асиков занимается. А они будут в соседнем. Рядом, да? Четыре. Спасибо. Он пока не пришел. А я подумал, что... Сейчас все равно мешается. Я Фарид Халиков, музыкант. Играю на духовых инструментах. Я Фарид Халиков, играю на духовых инструментах. Саксофон, флейта, кларнет, народные духовые, там, татарский курай, свирели, свистульки различные. Вот. В песнях, в танцах. Самостоятельно инструментальных пьес играю. Что-то сам сочиняю. Вот. Это
под это Подтахов. Альберт. Ух ты, Нариман. Он говорит, давай на концерте выступим. Куда он выступит мне на концерте? Она испортит все. Нариманы. Я дружила с ней. Она вот осы Бердерденде, звание. Бабой, а это Бердан. Бердан сразу как раз. Нет меня порогал, фархинал китте. А? Вижу, видишь, как он? Ах ты, Лейле! Вот, ля-ля-ля, это же называется живая музыка или неживая музыка. Вот на живой музыке такого не было. А вот ваша эти всякие, эти, фанера это ваша всякая. Фанера не нужна, а я фанера не пою. Как это? Фанера называется. Что там? Вы будете записывать, голову меня обрезайте вот так. Потом проигрыш. Первый. Проигрыш как припев. Вот он. Это у вас эстрадный вариант такой, да? Нет. А так мы по нотам пели мы всегда. Дима играл, Рябкатасик играл. Порепетировала сколько, целый год, что ли? С ней-то? Ну? Да. Ну, где у меня там целый год? Мама, это у Мартина была. Месяц. Буе, не боя. Нет, нормально, нормально она. Она недавно же пришла еще, как во второй год тут еще. Как? Вот. Проигрыш, извините, не вы танцуете, танцуете. Давайте Нариману. Когда на синтезатор я играю, я же сверю, то слышу, мне вот так на синтезатор, а пианино оттуда уже. Ты что, в зимних ботинках, что ли? Еще поддал. Он выпил вообще забывает. Ритм нарушает ритм. А, ужасно. А так голос ли ничего, а вот народный, а вот все путает ее. Мелодию искажает. Да. Она же слышит и поет не так нормально, девчонка пела. Не видел такой сейчас там после операции.
Молодой был, красивый очень был. И это так, что Сергей Николаевна... А так, Сергей Николаевна, встаньте, говорит. Опять так. Вот надо, вот так, Сергей Николаевна, вот, вот. Да, да, да. Да, вот так, смотри, вот так, там стоит, не нужно, а вот так. Ой, я так вот не люблю ее, ужасно. Ой, что-то руками, что машу-то, что делаю? Ой, ну зачем вот так вот, Лиля, опять? Я так люблю себя, но мама. Почему? Я мама не люблю себя. Очень хорошо, ярко. Я стесняюсь ее. Ну что вы? Что там кручу? Я не знаю, что я там кручу. Поменялись, там же мужская, наоборот, по тексту. Нет, и только в конце женщина. Нет, это первая женская, потом вторая мужская, потом вдвоем. Там три куплета поется. Рот закрой.